Выборы в Государственную Думу Российской Федерации проходят в новом трехдневном формате как по всей России, так и в Республике Южная Осетия. Студенчество и многочисленные коллективы Юго-Остинского государственного университета в дни голосования проявили высокую гражданскую активность. С самого утра завершающего дня голосования у головного корпуса ЮГУ собрались профессорско-преподавательский состав и студенты вуза. В Южной Осетии двойной праздник. Республика также отмечает День государственного флага, одного из важнейших атрибутов государственности. Студенческий актив организовал небольшой концерт у входа в ЮГУ, тем самым создавая праздничное настроение. Сегодня у нас праздник. Здесь коллектив студентов и сотрудников ЮГУ. Актив студентов будет нас радовать своими песнями. Были мобилизованы два университетских автобуса. Один из автобусов поедет в пятую школу, другой автобус поедет в посольство. Основная часть сотрудников и студентов пройдем пешком к зданию Совпрофа, где также располагается избирательный участок. Всех с праздником! Участие в выборах – гражданский долг и конституционное право каждого россиянина. Как известно, более 90% населения Южной Осетии являются гражданами Российской Федерации. Мы всегда выражали солидарность с Россией. Мы в курсе тех общественно-политических процессов, которые там происходят. Наша единственная опора является Россия, и это скажет вам любой осетин. Мы за сильную, мощную Россию, в которой будет сильный парламент, который будет заботиться об интересах народа. Основная часть собравшихся прошли к избирательному участку в здании Совпроф, расположенному в шаговой доступности от вуза. Хочу выразить большую благодарность ректору Юго-Остинского государственного университета имени Тибилова за такую организацию людей. К нам сегодня прибыло очень большое количество избирателей. Прям можно сказать, даже с троем пришли так дружно, как в советские времена. То есть прям показывают, в принципе, пример, как это все нужно делать. С музыкой, так сказать, вышли от Юго-Остинского государственного университета. И мне отрадно, что у меня уже даже так вот вам сказать, уже небольшое количество бюллетеней осталось. То есть у меня прям практически уже участок скоро закроется. То есть обеспечил явку, такую несравнимую с предыдущими днями, я бы сказал. Поэтому выражаю благодарность. Спасибо вам большое.